Ну ладно, сегодня у нас завтрак. Завтрак у меня вот такой. Овсянка, сэр, кофе и мой любимый, моя любимая бельгийская вафля. Так что вот так, сейчас покушаю и пойду снимать королеву Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Возможно, Меган Маркл будет в последний раз. Так что посмотрим. Не знаю, пустят туда в этом году или нет. Транспорт, в принципе, обещали перекрыть с 12 до 2. Но посмотрим. Вообще, может быть, и людей перекроют. Как будут развиваться события, поживем, посмотрим. Сейчас я зайду в свой банк Халифакс, попробую обналичить чек, который мне прислали в России. Не получилось обналичить. Ну, попробую сейчас прямо в своем банке обналичить его. Итак, то, ради чего я, в принципе, приехала в Лондон обналичить чек, который мне еще за ипотеку что-то возвращается, потому что я платила некие платежи в двойном объеме, чтобы погасить там кое-какие долги. Сейчас они все это восстанавливают. Ипотека закрыта уже 2 года назад, а мне все еще приходят какие-то денежки. И вот 500 фунтов я получила по чеку, но в России я не смогла обналичить. А сейчас спокойно зашла в банк и обналичила это все очень быстро, очень четко. Отдала чек и все. Деньги на моем счету. Теперь я, может быть, куда-нибудь съезжу. Может быть, даже в Ирландию доберусь. Посмотрим. Это мечта, но как там будет все с коронавирусом и так далее. Поживем, увидим. Пока иду снимать День Содружества. Пока. Ну вот, я еду в центр. Посмотрим, удастся ли мне сегодня кого-нибудь поймать. Конечно, с той точки, где я снимаю, там очень мало возможностей. Я не аккредитованный фотограф. Но все же посмотрим, как будут развиваться дальше события. Так вот, я сейчас шла на День Содружества, а тут такая вот ситуация. Люди берут интервью, точнее, репортеры по поводу, по-моему, коронавируса. Я не знаю, кто это, потом буду ресерчить, смотреть, что тут происходит, но это что-то из government, из политических событий. Да, это по поводу вируса, по поводу коронавируса. Они рекомендуют людям, кто заболел, оставаться дома, не выходить на работу. В общем, вирус живет своей жизнью, я пошла жить своей жизнью, поэтому посмотрим, что будет дальше. Так, как-то вот так. И политические события, и все остальные буду снимать и вам показывать и рассказывать. Вот там вот ИП. Развесили флаги всех стран Содружества наций, все доминионы и
остальные колонии и страны, которые входят в страны Содружества, флаги этих стран висят на парламентской площади. Итак, я на месте около Вестминстерского аббатства. Ну и если вы можете увидеть, вот тут вот стоит вся мидия, которая не аккредитована, и мне уже там места практически нет, но я-то найду. В общем, ждем, видимо, все ждут королеву Кейт и Меган. В общем, все будут сегодня здесь. Пока вот так вот пошла занимать свою позицию, искать место для себя. Через 2 часа, только через 2 часа начнется событие, а все уже оккупировано. Буду искать. До связи.